Друзья, пока этот шар еще не лопнул, я прошу вас расположиться поудобнее, включить фото-видеоустройство, чтобы запечатлеть этот момент, а потом обязательно скинуть в общий чат. И сразу после того, как мы сделаем обратный счет от 10 до 1, как только Дима услышит 1, он сделает это быстро, четко, и мы узнаем, кто же будет сын или дочь. Готовы меня поддержать?